заниматься у нас получится. Сегодня мы будем высаживать вот такие вот анемоны. Это анемоны весенние. И они весной будут цвести у нас, да, поэтому высаживаем их осенью. Высаживаем мы их осенью, в идеале за 2-3 недели до того, как землю скуют настоящие морозы. Вот в данном случае я высаживаю их в октябре месяце. Вот такие вот бульбочки. Значит, мы их берем за 2 недели до того, как хотим высаживать. Выкладываем на влажную салфетку. Поливаем их из пульверизатора. Накрываем второй влажной салфеточкой. И еще раз поливаем из пульверизатора. И оставляем таким образом на 2 недели, следя за тем, чтобы салфеточка всегда была влажная. Вот. Замачивать их я бы не советовала, потому что они могут захлебнуться и не прорасти. Так, анемончики. Вот мы так скрутим ее, смотрим, и не поймешь, где здесь перед, где здесь зад. Вот, насажать их бочком, и вы никогда не ошибетесь. Землю мы перекопали. Перекопали за 2 дня перед посадкой. Земля у нас рыхлая. Удобрена прошлогодним кроличьим навозом. Удобрять мы больше ничем не будем во время обильного цветения. Я еще буду удобрять комплексным удобрением для цветов. Высаживать на глубину, опять-таки. Берем 3 бульбочки. Складываем их 1, 2, 3. И получается у нас, вот, можно пальчиком делать отверстие и сажать это растение. Не ошибетесь. Сажают его на расстоянии друг от друга где-то 10 сантиметров. И надо понимать, что это растение многолетнее. В принципе, это те же самые наши лесные подснежники, как мы их называем. Анемончики. По крайней мере, в Латвии, в Псковской области они растут в лесах, радуют нас. Единственное, что это сорт, здесь будет больше размер цветочка. А все остальное точно-точно такое же. Листики. Они также само трогательно колышутся на ветру. Очень люблю эти цветочки. У меня они на другом участке тоже посажены. Прошлой весной очень красиво, активно цвели, радовали меня. Сейчас я высаживаю их на этом участке. Значит, землю мы перекопали, подготовили к посадке. Делаем углубление пальчиком. Вставляем туда. Опять-таки, надо смотреть, да? Если непонятно, где вверх, где низ, то можно посадить его бочком. Вот таким вот способом на расстоянии 10 сантиметров мы просто их усаживаем в эти луночки. Посадка ничем не отличается от той посадки, которую я производила весной. Единственное, что я не буду поливать. Осенние посадки я никогда не поливаю. Так, так же самое. Утрамбовываем земельку. И оставляем. Цвести на одном месте они могут 5-7 лет. Но желательно все-таки через 4-5 лет выкопать, пересмотреть, поменять место жительства. Вот такие вот замечательные цветочки анемоны посадили. Если это видео показалось вам нужным и полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Жанна, и канал «Все у нас получится». Сейчас начало марта.
И вот смотрите, как зацвели анемоны. Посадила я их прошлой осенью. В конце октября месяца. И вот как они меня порадовали в марте.